Здравствуйте, с вами Светлана. Мы в магазине «Светофор». Нам представлен здесь чайник. Чайник со свистком. Легкий, не тяжелый. Затем швабра со съемной ручкой. Синего цвета. Размеры вам покажу. Такая вот ручка у нее. И по 149 рублей, можно сказать 150 рублей. Затем чехол. И в чехле палатка двухместная. Размеры также указаны. И стоимость 888,90. Но что мне понравилось, замечательный у этой палатки для того, чтобы ее транспортировать, замечательный чехол. Как раз сейчас будет пора отпусков, выезда на природу, возможно, даже с ночевкой. Присмотритесь. А также уже заранее можно запасаться крышками для консервации. Вкус лета и цена 89,90. Что у нас здесь в новиночках? Давайте посмотрим. Зонт пляжный. Различные цвета, рисунки. Упаковка просто прозрачный мешок. И цена всего 299,90. Дуга парниковая металлическая по 246,80. 6 штук. Они уже упакованы между собой, скреплены. А также есть различные подставочки под клематисы, под плетистые розы, колышки металлические 197,70. Они уже упаковки. Шпалера металлическая, лесенка. Затем тоже очень интересная такая вещица продается. Это плита газовая. Вот такая вот она портативная, маленькая. Вы посмотрите, какая малышка. Я, правда, не знаю, будет ли в ней ток. Она продается еще в таком чехле. Очень удобно, в принципе, чехол. Кто покупал, скажите, пожалуйста, как вам эта плита. Затем в продаже походный ковшик. Еще в новиночке у нас мяч для игры в футбол. Вот такой вот мяч. Я думаю, юных футболистов, волейболистов, баскетболистов заинтересует такой мяч. Посмотрите, контейнеры у нас тоже в новиночку. С клипсами. Очень, мне кажется, удобные. Цвета различные, приятные такие. Лимонные, мятные и красно-розовые. И размеры у них очень даже, как говорится, носибельные. Друг на друга можно поставить и в холодильнике организовать порядок. Затем вот такая вот полочка угловая. Ее можно использовать как в ванной, так и на кухне. Крепеж вместе с полочкой уже. Также удобрение есть универсальное 0,5 по 22,50. Побелка 52,20. Вот такое вот универсальное удобрение
Не знаю, я не пробовала. Возможно, неплохая. Салфеточки вискозные. Что у нас еще здесь новое? Ну, мечи я посмотрела. Контейнеры вот такие вот. И на них акция. Цена 67,30 и 3 штуки в наборе. Кстати, похожие я видела в фикс прайсе. Не знаю, может быть даже такие, но похожие. Полка настенная, двухъярусная. Хотела ее рассмотреть, но не получилось. Она вся упакована и даже не могу представить, какая она. Морилка. Возможно, кому-то нужна будет. Сейчас также проводим ремонты и какие-то уборки на даче. Кто-то в частном доме. Что у нас еще здесь? Салфеточки. 3 штуки 30 на 30. Симпатичные. Ну и салфеток много. Или мало не бывает. Они всегда нужны. Мыло хозяйственное. 16,30. А еще я увидела пылесос по 1696 рублей. Посмотрите, какой он маленький. Кто покупал технику, скажите, пожалуйста, вообще, стоит ли смысл? Он очень легкий. Есть ли смысл вообще покупать как бы в светофоре технику? Я никогда не покупала и даже не видела, что кто-то покупает. Затем чайник электрический на 1,8. Так, хотела вот достать, посмотреть мясорубку, но не достать. Мясорубка 1521. А вот чайник 578,60. Но приятно, что чайник стекло, а не пластик. Затем для наших юных автомобилистов вот такие вот машинки. Цвета различные, а цена 198,80. Сегодня очень много новинок. Моющие средства. Дачные. Детское мыло с кремом. Мыло я родился вот по 39,90. Домашний дистиллятор по 2,587 на 12 литров. Экономный. Затем скотч прозрачный по 18,90. Широкий. Я не могу вам сказать, дешево это или нет. Различные тазики. В трех цветах: желтые, розовые и мятные. 4 литра, хороший размер. Ватные диски 120 штук по 26,90. Очень экономная цена.
тарелка летающая для игр. В четырех цветах: желтые, салатовые, синие и красные. Набор игровой бадминтон 127,90. Две ракетки и уже валанчик там. Материал дерева. Ну, с первого взгляда, как бы качественно сделано. Сетка вроде бы хорошая, валан. Правда, валан выпадает. Если кто-то будет покупать, смотрите, валанчик должен быть уже в наборе. Скамейка по 1029,90. Металлическая. Также есть складной стол туристический по 199,90. 200 рублей столик. Мне кажется, это очень бюджетно. И по 589. Также розы садовые. Вот такие вот. Но я рассмотрела, это старый куст. Старый обрезной куст. Мне что-то не очень не понравились. Нет молодого растения, все от старого куста. Хотя молодые идут побеги. Не знаю, смысл покупать есть или нет, я подумаю. Ну вот, мой обзор закончился. Пока-пока, а с вами была Светлана.